Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Гремлин Серж, и мы начинаем с вами Pokemon Fire Red. И что я хочу вам сказать? Бандикам вещь непостоянная. Такое это ж... У меня такое ощущение, как будто я с этим бандикамом встречаюсь, и он, как моя девушка, издевается надо мной и долбит мне мозги, понимаете? Он постоянно капризничает, постоянно упрямится, делает то, что он хочет, и то, что он не хочет, и вообще обламывает кайф. Я, значит, начал серию, начал оживленно болтать о том, как все у нас замечательно, что все значки у нас есть. Мы дождались, пока таймер перевалит за циферку 170. Уже 171, ну да ладно. Потом я решил, что будет весело взять и, как говорится, поизучать ТЭшечки наши, ТМочки, ХМочки. И кучу покемонов я взял и повносил кучу разных атак. А потом я понял, что бандикам просто это не записывает. Понимаете? Так что такие вот дела. Ну, а у нас, ребят, уже делать больше нечего в этом мире. Я сделал все, что мог. Конечно же, как я уже говорил, да, тут если вот открыть атлас, то я еще с вещедетектором вот здесь вот не ходил, вот по всем вот этим вот локациям. Ну и на островах, конечно же, я не был с вещедетектором. Но, знаете, это уже такая мелочь, что я не хочу. Особенно если учесть, что сейчас начинается контент в игре, который я не видел. Я говорил, что я много раз играл в покемонов. Да, я много раз начинал играть в покемонов, много раз далеко доходил. Но, буду честен, я ни разу не добирался до лиги покемонов. Я застревал в пещере, вот это, путь тренера. Там я почему-то бросал, наверное, начиналась скука. Мне было сложно, потому что я так тщательно не готовился, и покемоны у меня были слабые. И такая всякая фигня. И острова я не видел, потому что я не ловил покемонов так ожесточенно, как здесь. И поэтому нас на острова Сейви, ну, вы поняли, тоже меня не возили. Ну ладно, я думаю, пора начинать. И мы с вами берем и просто-напросто отправляемся наконец-таки в лигу покемонов. Вот мы все проходим. И нас останавливает Ратата. Самое что главное, это предсказуемо. При прошлой попытке записать эту серию я пошутил о том, что мы такие крутые и перекачанные, у нас куча денег. У нас целая армия покемонов 50 уровня и все то подобное, и она пытается остановить Ратата. То там была Ратата 2 уровня, здесь 5 уровня, поэтому я так шутить не буду, а просто возьму и сбегу. Вот, все, побег успешен. Ну а еще я немножечко разговаривал по поводу того, что я опять графический фильтр применил, и теперь картинка гораздо сочнее. Вот лично для меня, мне вот приятно с этим фильтром графическим играть. Не помню, как он там называется, но это обычный Game Boy Advance-овский эмулятор, и я думаю, каждый эти фильтры смотрел и найдет его, он самый последний. Так, что я сделал? А, ну, в принципе, там мы тут можем и пешком идти. Вот, ворота за воротами, мы с вами проходим. Проходим, и вот они, восьмые ворота и путь тренера, в который мы так чисто глазочком заглянули и ушли с вами. Но теперь мы это все пройдем до конца, и на нас нападает матчап 32 уровня. О боже мой, что же нам делать? А давайте мы его с землей, мощь земли. Будумс, это новая атака, которую я недавно изучил. И это великолепно. Наконец-то Нидокинг у нас хоть немножечко. Единственный бесполезный покемон... Ну, как бесполезный? Так, тихо, двигать ничего нельзя.
Вот. Он готов толкать камни. Вот этого. А, так. Раскол. Вот, этот камень-то мы на кнопочку подвинуть с вами сможем сейчас. Ты нас лишил землетрясением за спальник, сволочь. Так. Ну что, поехали. Осторожно толкаем камни. Блин, я уже начинаю очень сильно расстраиваться из-за того, что я продал спреи. Ну ладно уж. Все равно, как говорится, прокачаемся хоть немножечко. Так, и продолжаем двигать камень. Я ж надеюсь, я все правильно делаю, да? Делаю-то я все правильно. Так. Ну, я думаю, тебя можно и мегарогом ударить. Ну, кританули не очень эффективно, но крит помог. Так. Блин, протоптался на месте, не знал, куда идти, и в итоге... На тебе, раскол. Это супер... А, он 43-го уровня. Он 43-го уровня у нас, да, парень? Ой, практически наравне с нами идет. Еще чуть-чуть и мог бы нас даже одолеть. Блин, я не помню. Уже позже нас одолевали дикие покемоны. Вот это вот интересно. Тренеры, да, были тренеры, которые нас побеждали. Но... Был ли у нас дикий покемон, который давал нам люлей? Или нет? Так. Антипаралич. Последний. Ну, точнее, единственный. Я много не покупал. Сами могли бы заметить, что денежек у меня достаточно мало осталось. Ага. Вот оно как, да? Довольно простецкие такие фишечки. Так, мощь земли. С бойцухами мы вот так вот расправляем. Ох! Ах ты сволочь, да, у нас такая? Ну, на тебе, мегарок. Бодумс. Так, я знаете, что думаю? Давайте выпьем швепса. Вот, и все равно, как говорится, приятно. Так, кнопочку нажали. Вот что это активировало, я не знаю. Блин, ребят, можно я с вами не буду сражаться? Мне уже это настолько насточертело. Новых покемонов я все равно уже не увижу. Эбрака мы здесь можем поймать. Конечно, конечно. Побег успешен. Будем продолжать убивать кнопку побега. РИП 2004-2017. Побег! Датка! Шаг за шагом. Ну, видно... Дикие покемоны такие типа: эй, парень, ты идешь в гильдию, в лигу покемонов. Почему я хотел сказать гильдию? В лигу покемонов. Возьми меня, я тоже хочу стать чемпионом. Так. Так, ну давайте сначала сюда зарулим. Так. Интересно, то есть за раз мы все два взять не сможем с вами. Так. Мы заблокируем один. Возьмем клык дракона. Уйдем отсюда. Точнее, нам нужно будет сменить, вероятнее всего. А, сменить. Что нам сменить надо? Экранчик. И я думаю, что... Так. Точно, что я туплю. Нам бы не помешал наш Баттерфи, потому что у него остался, блин, жетон удачи.
денежку заработать. А с другой стороны, знаете, а нафиг мне уже деньги нужны? Что-то докупать? Да мы и так получим достаточно денег, чтобы закупаться предметами. Вот, а теперь мы возьмем вот так вот. Хорошо, повторим все это. Мне не сложно. Конечно же, я немножечко раздражаюсь, но мне не сложно. Вот. Вот так вот. Не возьму я вас в лигу покемонов. У меня есть уже проверенные крутые покемоны. Вот, знаете, вот это вот спам просто атаками очень сильно раздражает. Я чисто для себя запускал обычную красную версию на Game Boy. И знаете что? Там вот такого вот безобразия нету. Да, там тоже. Но там, понимаете, с другой стороны, и хуже тоже есть, да, свои сложности. А именно то, что ты можешь, в общем, несколько минут нарезать круги и не найти, не столкнуться ни с одним покемоном. И это тоже очень сильно раздражает. Но здесь, особенно в пещерах, когда ты и шага пройти не можешь, на тебя нападают. Да, я, конечно же, понимаю, что это, как говорится, облегчает поиски по имени покемонов. Типа, они чаще попадают, поэтому чаще вариант... тебя больше вариант того, что ты сможешь найти того, который тебе нужен, даже с маленьким процентом. Но, блин, ну это же ну, просто трындец, понимаете? Леденец. Леденец. Ну, сожрем леденец, что нам. Возьмем и какого-нибудь покемона накормим. Леденцом. Так. Знаете, что самое еще забавное? В той попытке записать серию, я от скуки, да, решил вспомнить момент, когда я качался до 50 уровня. При помощи... Ну, точнее, до 40 уровня я при помощи их качался. При помощи тех байкеров. Помните, в самом начале велосипедной дороги у нас стояло 6 байкеров. Я до 40 уровня на них прокачался. Потом 50 уровнем я занимался в другом месте, но факт остается фактом. Сейчас я от скуки и поностальгировать пошел туда. И оказывается, на этих ребятах даже до сих пор можно качаться. Даже с 50 уровнем. Так, думаешь, ты сможешь со мной тягаться? Конечно, я смогу с тобой тягаться. Супертренер Наоми хочет сразиться. Перса вызываешь, да? А мой Нидокинг возьмет и покарает тебя. А давайте не будем выпендриваться и мегарогом. О, вот, ребят. Что еще могу сказать? Атаки, я, конечно же, понимаю, что логично. Логично то, что у нашего Нидокинга есть рог, и он им может мега ударить. Нет, я же земляной. Вот, и то, что он может им ударить. Но меня бесит, что, да, у него атаки... Это, вот это жучья атака. До этого у него была воздушная Вульфикс. Нет, я продолжаю гнуть линию. Мощь земли. Ну вот и все. Ты не успокаиваешься, да? У нее, наверное, есть еще и на Intels. Ну а мы прогибаем нашу мега крутую атаку. Вы сами давите. Так. Ну, как я и говорил, да, я хочу заменить покемоном, потому что у нас уже 51 уровень. А заменю я его, например, на Лапроса. Почему нет? И у нас тут что есть? У нас плавание достаточно читерская атака получилась. Ну, вот Лапрос один из немногих, кому я не добавлял новых атак в той попытке записать серию. Лапрос и Оникс остались со старыми атаками. Кажется, еще кто-то. Пиджиот. Так, я отдыхаю.
Видите, даже без жетона... Хотя с жетоном удачи я получил бы 3000. Ай, плевать. А, это сокращение, понятно. Посмотрим, насколько ты хороший тренер. Блин, у меня ж опять не такие. Ну ладно, давай уже не таким. Добивай эту Радикейт. Вот. War Turtle. Да. Мы выпускаем Венозавра. И так, ему мы добавили токсин. Так, ну и ярость леса. Ну ладно, продолжаем гнуть острые листья. Несмотря на то, что мы их очень давно получили, атака все равно замечательна. Чармелеон. Да. Лапрос. Плавание. Ребят, у вас просто нет шансов. Ивизавр. Ох ты, маленький негодник. Так, кого на Ивизавр? Ну, давайте Пиро. У него все три стартовика. Так. Пикирония. Угадал. Так. Чаризард. Лапрос. Ну и плаванием тебя, парень. Несмотря на то, что ты финальная эволюция, я тебя все равно поборол. Так, все, тут мы с вами закончили, поднимаемся сюда. Чё-то много, ну 48 уровень, ну надо, вот надо его забороть, но блин, у меня опять не докин, так что бежим. И берем уже ставим другого покемона. Вот. Так, кнопка. Видишь кнопку, нажимай. А потом уже разбирайся, что она делает. Так. Давайте. А, он, блин, он же неуязвим. Ай, господи, ладно, бежим. Так, тут нужно вот так сделать. У меня нет слов. Я уже просто устал от этих пещер. Вот пещера — это самое адское, что может быть в покемонах. На тебе. Так, кнопку нажали. А это означает... Праймейп. Так, пойдемте сюда. А здесь мы с вами ничего не сделаем. Да. В обкружную нужно идти. Это как бы короткий путь. Значит, идем в обход. Путь чемпионов — последнее испытание перед Лигой покемонов. И вы тут такие стоите. Надеюсь, вам хотя бы деньги платят за это. А давайте мы ярость леса применим. Будумс. Ну, это был критический удар. Нет. Ладно, что у нас атаки с... неэффективные, но точнее еще не было, да, неэффективных атак. Я про... Вот чем мне вот эти мега супер мощные атаки и не нравятся, так это тем, что у них вероятность промаха большая. Они, конечно же, очень крутые, но, блин, мажут. Нет. А что будет, если мы просто тебя обычными острыми листьями заболем? Да это тоже, в принципе, эффективно. Я не знаю, что я выпендривался. Зачем выпендривался, Серёж? Делай все ровно, делай все тихо.
Так. Ладно. Но я уже просто кровавый след за собой оставил. Вы должны уже угомониться. Угомонитесь. Так. Еще один покемон 51-го. Теперь ты становишься. Так, здесь у нас что-то интересное. Но мы сначала сходим туда. Там кнопочка. А нажать ее нечем. Самум. Точно, мы ж клык дракона какой-то с вами нашли. Так, контейнер. Где этот самум? Вот этот самум. Камень 5 ходов бьет всех, кроме каменных, земляных и стальных покемонов. Но как он бьет? Не показано. Так, и у нас еще был вот. Клык дракона. Спороть врага огромными клыками. Да неплохо, неплохо, неплохо. А у нас... Ну ладно, дождемся. Так, идем искать камень. Так, а... Суперэффективные, летающие против боевых. Лекарства. Так, вероятнее все, нам камень придется сбрасывать. Отстаньте. Я реально сейчас психану и куплю спрей. Отдай моего... Отведай моего кнута. Фу, господи. Я уже хотел, типа, я не воровал, а прочитал правильно и понял, что это еще хуже. Но мы уж слишком перекачаны, я это прекрасно осознаю, что даже с неправильными типами мы все равно замечательно справляемся. Просто давим силой своих уровней. Так, я разгромлен. И в итоге мы уже имеем 8000. Так. Это же еще не все. А вот на вас воздух плохо, да, действует? Нет, это не очень эффективно. Победа. Тяжело идти. А, тяжело идти. Мистер Майм. Мистер Майм. Мистер Майм. Не знаю, криповый покемон, не хотел бы я такого иметь. Слишком человекоподобный. Вообще, Град. Вообще, по факту, знаете, не люблю я таких гуманоидного вида покемонов. А их здесь достаточно много, да? Давайте вот так вот посмотрим. Нет. Ну, сказал достаточно много, но... Вот. Ладно, вы поняли, о чем я. Вот это Джинкс. И другие покемоны, которые, ну, уж чересчур сильно напоминают мне человекоподобных существ. Вот это вот раздражает. Так, а чё я... А, я сюда приходил за Градом, да, получается? Так. Значит, сейчас поднимаемся наверх, и там, вероятнее всего, будет маленькая комнатка. И мы будем сбрасывать камень. Будет. Я слышал о тебе, Серёжа. Спасибо, супертренер Джорджи. Экзегутор. Травушка-мурау. Блин, не добили. О боже мой, опять этот паралич.
а он лечится. Но мы превознемогаем свой паралич. Он нас закидал яйцами. Ну ладно. А, выходи, Лафас. Добей его ледяным лучом. Ой, я не прочитал, что у него за покемон. Ну, будем надеяться, что подействует. Ну, хорошо. Так. Лапрос у нас то. Сенслэш. Выходи уж, Порегон. Так уж и быть. Давайте используем психоз. Ну так себе, ну так что убиваем правильным лучом. Все равно. Мне это не нравится. Клойстер. Да. У меня на тебя есть управа. Разряд. Красивая цветная атака такая. Арканайт. Ну ладно уж, сражайся ты с ним. Разряд. Разряд. Да господи. Мазила. Вот. Да, я потерял опыт. Я потерял 1500 опыта, понимаете? Арканайт. Макси эликсир. Так, кто там у нас остался? Вот, да. Ой. Побег. Здесь у нас вещь лежит. Перегрев. Здесь какой-то спуск и кнопочка. Побег. Ладно, пока что мы разбираемся еще на этом этаже. С вами. Так, отсюда мы с вами пришли, да? Да, отсюда это вход, который мы выползли наверх. А больше здесь делать нам нечего, ребят, понимаете? Вот из-за этого я и бросал это путь тренеров, потому что он достаточно запутанный, и мне было лень во всем этом разбираться. Клайфери, да? А, на тебе тройной луч. Мощь космоса. Это мощь космоса, это рептилоид. Уязвим психоз. И крит нам помог. Джиглипа. Нет. У нее, наверное, сейчас будет вот эта куча-куча-прикуча няшечек, да? Нет! Ну и гори в аду, Джиглипа. Ты сам себя и убил. Югон. Ой, ладно, продолжаем сражаться, хотя выбор мой не самый удачный. Добиваем так. Давай.
Хорошо. Да. Венозавр. Острый лист, парень. И твой перс проиграл. Чанси. Нет, я не хочу менять покемона. Ты мне испортила много часов в этой игре. Точно, это же самый живучий покемон. Если мне память не изменяет, у него хп неимоверно просто. В ней столько хп, что просто закачаться. Чем он и так приятен. Да хватит! Остановись! Остановись, девушка! О, ребят! Гидронасос, давай! Гидронасос! Хватит уменьшаться, я по тебе не попадаю. Да противный же противник-то. Давайте теперь плаванием. Ну, вы понимаете, да, насколько все печально? Выпьем Швепса. Вот. И тебя мы мега рогом. Да насколько она это шустрая. Мощь земли. Промазать тут мы точно не сможем. Слава богу. А сколько опыта-то за нее? Так, ну ладно. Сумка, у нас тут есть будильник один, да? Кого разбудить? Давайте, наверное, Лапроса все-таки разбудим, у него хпшечек побольше. Так. Здесь тупик. Точно, у нас же Порygon еще спит, так. Вот. Я уже не помню, куда нам идти. Но по факту, вроде, да, вариантов у нас много и нету. У нас есть спуск. У нас есть камень, который можно двигать. И нет кнопки. А там дальше у нас есть еще один спуск. Но давайте для начала попробуем то, что мне пришло в голову. Раз, два. Камень же по лестнице лазить не умеет. Нет. Все немного хуже. А это означает лишь одно. Нам здесь делать нечего, и мы идем туда. Ну, не грех же. Значит, мы идем с вами вот сюда. Да. А, тут кнопка есть. Сюда камень тащим. Ну, давайте для начала, наверное, спустимся. Это нас... Если дойдешь до конца, сразишься с Лидой. Четверкой. Конечно. Блин, 2-3. О-о-о! Ой, как хорошо-то. Лапрос. Придется. Иначе наш Лапрос отправится на тот свет.
А, ну, давай. Уж так. Да какой же у нас крутой недокинг-то? Так сейчас и обмазываюсь просто. Так вот сижу и обмазываюсь. Какая же замечательная атака. Грех. Но 48 уровень. Так, здесь у нас чисто спецбарьер. Что за спецбарьер? Ребята, которые меня смотрят и которые играли в эти игры, скажите, вы всякими вот такими вот и расходничками, которые нужно вручать покемошкам, вообще пользовались? Я вот не вижу практической ценности этой дряни. И поэтому я решаю, что я это все продаю. Так, с этим совсем закончили. Теперь нужно тарабанить камень. Да хоре. Ну хватит уже. Так. А где там вход-то? А то сейчас неправильно потащу и в итоге не попаду. Без разницы. Нам без разницы, как его волочь, тащить, передвигать, в общем. Вот. Так. Мы это делаем вот так вот. Вспомнился камень из Undertale. Кто смотрел это прохождение, ставьте лайк. А кто не смотрел прохождение, то можете посмотреть, игрушка классная. Так. Вот. Раз. Два. Три. Оникса. Зря вы на меня лезете. Ну это 40-й уровень. Малек, пускай плывет себе спокойно. Маленьких не обижает. Так, там у нас открылся проходец. Побежали, значит, к нему. Эта серия будет идти до тех пор, пока я могу оказывать сопротивление. Как только я чувствую, что все, и мне больше делать нечего, я заканчиваю серию, и мы продолжаем следующий. Я думаю, что этот путь тренеров надолго у нас затянется. Так. Только лучшие проходят здесь. Не спорю, у тебя опять 5 покемонов. Да ладно. На тебе ледяной луч, ты ж водный. Тебе должно быть больно. На тебе еще. Так. Ну все равно у нас альтернатив никаких нету. Нет у нас альтернатив, потому что второй у нас земляной. Что тоже не есть хорошо. Так. Главное, что... Бросок. Да, долго мы так будем. Плавание. У тебя действует? Да, лучше... Бросок лучше. Так. Еще оказываем сопротивление, ребят. Еще оказываем. Бросок. Ну да, Сидра-то у нас дракон.
Ну, точнее, дракон у нее третья эволюция, появившаяся во втором поколении. Но... ему дали дракона! А Чаризарду не дали дракона! Вот все, что я могу сказать вам. Так. И... ай-яй-яй, сволочь. Сволочь ты. А он, наверное, подготовился, да? Усилил свои водные атаки. Так, нужно Швепса. Нам нужен Швепс. Тебе. Хоть так. Раз. Там что-то интересное у нас происходит. Но я думаю, мы сейчас на этом с вами закончим. Вот с этим по... с этой девушкой сразимся. Закончим серию на этом. Так. Если, конечно же, не проиграем. То сейчас вдруг окажется, что она или... у нее трава. Ладно. Нет. Какой же у нас Лапрос замечательный. Так. А вот это уже... ай. Что у нас есть от паралича? Восстановит статус одному покемону. Пьем. Мы тебя пьем. Но, блин, он все равно нас размазывает просто. Мочи его уж плаванием. Давай уж, убивай. Порасти, расти, парасик. А вот... была бы у меня воровство, может быть, я у него грибочек бы сторон. Так. Будильники у меня тоже, да, закончились? Ну ладно. Не докин, выйди уж, разберись, так уж и быть. Точно, у нас же мега жучиная атака есть. Я аж и забыл, что она эффективна против растений. Так, ну, мы одержали победу здесь. Все. Я сейчас сделаю вот так вот. Подлечусь. И вернусь на то место, где мы с вами остановились. И уже оттуда начну свою серию. Так что, до свидания. Если вам понравилась эта серия, то поставьте ей лайк. И можете написать какой-нибудь комментарий. Мне приятно и пообщаться можно. Ну а потом не забывайте, что вы посмотрели это видео на канале Taurus Gaming Revival. В коллективном канале десятка, даже двух десятков летсплееров. Переходите на канал и посмотрите видео других людей. И не ходите по пещерам, там час пик покемонов. До свидания.